помню, были еще пейджеры, и приходили, а это что за рыжий мальчик такой? О, как интересно, да, привет, привет. Такими словами зрители Муз-ТВ несколько лет назад приветствовали тогда еще юного Оскара Кучеру. Не было каких-то гневных сообщений, типа, кто пришел в эфир и зачем начал мучить. Уж больно ты эпатажный, говорили про Оскара Кучеру в начале нулевых. Человек-оркестр, чья тогда еще рыжая шевелюра только пробивалась в люди, чуть ли не вылетел с работы за свои выходки в эфире. Иногда. Наверняка вдруг зажгутся облака, или как они взовьются. В общем, что-то я ерунду какую-то несу. Уже не рыжий, но все такой же эпатажный. Оскар нежно вспоминает года, проведенные на нашем канале. Мы безумно все дружили, мы собирались, мы ходили в какие-то клубы, в рестораны, мы тусили. Было очень хорошее время, было весело. Хорошее время было у фанатов «Сиесты», «Вечернего звона» и «Музыкстрима», где мелькал Кучера. Каждый эфир шоу «Веселуха» обеспечена. Я приносил музыкальные инструменты, я пел в эфире, я чего только не делал. Элегантная ночь вышла в черно-неоновом платье. Одним словом, креативил как мог. Человек же может прожить без, так сказать, интимных. Вот. Ну и этого Кучере оказалось мало. Диплом Гитиса сделал свое дело, и мир увидел в Оскаре еще и талантливого актера. В 2004-м он стал лейтенантом Порохней на улице разбитых фонарей. У нас конец квартала или не конец квартала? Но нам же нужно повышать процент раскрываемости преступлений. На данный момент у бывшего ведущего Муз-ТВ на счету около 30 фильмов, сериалов и даже мультфильмов, которые он озвучивал. Но этот обширный послужной список не затмил глаза Оскару, и он все с той же прежней любовью относится к своему первому телевизионному опыту. Я от души вам желаю еще минимум 150 по 15, ну а там посмотрим, если не надоест. Здоровья всем вам и терпения. Это самое главное. Радуйте зрителя, а зритель, я надеюсь, будет радоваться вместе с вами и радовать вас. С днем рождения! Миша Осинин, Никита Игнатов. Про новости.